Всем привет, это канал КСГ Блог, и сегодня мы будем разбирать снова смартфон, снова, сейчас я его распакую. Крышка нам не нужна. Смартфон. Блин, честно сказать, задолбай уже эти лопатки. Не хочу лопатку. Давайте мы его уберем обратно, запакуем. И выкину его в задницу. А сегодня будем разбирать кнопочный телефон. Вот такой вот. С антенночкой. Поехали. Вскрытие проведем, все это запилим на таймлапс, так оно быстрее получится, и чтобы вам долго не смотреть. Телефончик. Удобные очень кнопки, прям клевые вообще. Видите, что они даже немножко выделяются. Вот тут. Как рифленые идут. Кто-то ходит, мешает нам запись делать. Антенка. У него выдвигается. Первый, я второй. Как слышно? Прием. Наверное, нужно включить. Ой, блин. Кто-то уже ноутбук нам притащил. Ладно, все равно придется перезаписывать. Дубль номер два. Не дают нам сегодня записывать. Сдерем еще раз эту пленку. Попробуем включить. Чудо-телефон. Джинзу. Правда, что-то долго как заряжается. О, пошла. 0-0-0. Менюшка стандартная. Наверное, не знаю, в первых Nokia такая была менюшка. Книжка, центр вызовов, мультимедиа, установки, органайзеры, сообщения. Обычное стандартное меню на кнопочном телефоне. Я, конечно, погорячился, это не модуль антенны, это обычная антенна для приемника. Вот. Даже, наверное, можно попробовать, как это все работает. FM радио. Меню. Вот так вот будем делать, чтобы вам видно было. Мультимедиа. Правда, что-то ничего он не ловит. Ну-ка. Ну, как-то радиостанция, я бы не сказал. О! Я почти попала. Хроники твои. До свидания. Я даже не могу его выключить, что-то мне вырубается. Не могу выключить. Это просто какой-то кошмар. Радио врубилось, оно не врубается. А, вот. А, звук вот так вот убавляется. О, все, вырубили. Чудо. Шарманку. Что тут еще можно рассказать? Громкий динамик, сами слышали, да? Что пиздяшит просто на ура. У айфона такого нету. Крупные кнопки. Если вы будете с бодуна, то вы точно не промажете и наберете свой номер. Есть фонарик, кнопка SOS. Не, фонарик нет. Это я погорячился, никакого. А, нет, есть фонарик, есть. Ну-ка, попробуем теперь до фонарика добраться. Фонарик, наверное, где-то в мультимедиа. Нет, не в мультимедиа. Ну, короче, фонарик есть, вот они.
видно, что он там есть. Две лампочки, как он включается. А вот на ноль надо нажать. Все, я понял. О! Включи ей фонарик. Это если вы пойдете пьяный, будете набирать номер, чтобы вам не наступить в яму, есть еще фонарь. Очень удобная штука. Так, надо теперь его вырубить. Так, так, так. Все, вырубили. Есть кнопка SOS. Можете ее запрограммировать на вызов такси, например. Вышли из клуба, нажали кнопку SOS, вызови такси, и оно подъедет. Но это я образно. Можно, по-моему, любой номер на эту кнопку забивать. Ну, есть имена. Флеш-карта не поддерживается, по-моему. Ну и поддерживается, да? Флеш-карта поддерживается. Сейчас я выключу, даже проверю, точно так или не точно. Ну-ка, вырубайся. Пинг. Смотрим. Смотрим. Оп. Да. Сот под флеш-карточку у нас имеется. Можно использовать как плеер. Все в универсальном устройстве за 800 с чем-то там рублей. 890, по-моему, стоит. 890 рублей. Джинзу 505. Отличная модель. Вот такой вот супер телефон за 880 рублей. Да, я узнал, сколько он стоит. Стоит он 880 рублей. Блять. Адреса Комп-Сити Сервис все те же самые. Это город Тамбов, улица Магистральная, дом 5. Напиши это дальше, по-моему. Дом 5Б. Не, давай заново начну. Адреса Комп-Сити Сервис все те же самые. Это город Тамбов, улица Магистральная, дом 5Б, торговый дом Орион на втором этаже. И город Мичуринск, пересечение улицы Липецкое шоссе и улицы Красная, в здании магазина «Магнит» с обратной стороны. Серега просто обкурился. Шоколадных, тонких сигарет. Также вы можете прийти в Комп-Сити Сервис, принести свой iPhone 10, 11 и Note 10 и там Samsung 10 и получить по трейд-ину вот этот вот джинзу 505 абсолютно бесплатно. Так что приносите свой хлам, смартфоны свои и получайте вот такой вот ультра топовый мобильный телефон с выдвижной, вот так вот покажем, антенкой. Адреса Комп-Сити все те же самые. Это город Тамбов, улица Магистральная, 5Б, на втором этаже, торговый дом Орион. И город Мичуринск, это Липецкое шоссе и улица Красная на пересечении здания магазина «Магнит» с обратной стороны. Напротив Сбербанка. Увидите вывеску Комп-Сити Сервис, не ошибетесь. Это был канал КСГ Блог. Его ведущий Сергей Караваев. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, внизу под видео оставляйте свои комментарии. Пишите все, что вы думаете о моих роликах. Также смотрите тех обзоры. Что еще забыл добавить? Звените в колокольчик. А у меня на этом все. Пока-пока.